Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, доброе утро. Такое чудо находиться среди такого количества преданных утром, в воскресенье, еще и в Экадаши. Шримад Бхагаватам, шестая песня, глава вторая. Вишнудуты спасают от Джамилу. Текст 14. И пятники трансценденталисты. Литературный перевод его божественной милости Ачебхактивиданта с вами Шрилы Прабхупады. Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, когда кашляет, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне, или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. 15 текст. Патитак скалито багнак сандаштастапта ахтага харириття ваше нага пуманархатиятанага. Если человек произнесет святое имя Хари, когда его настигнет внезапная смерть, от того ли, что он упал с высоты, поскользнулся или сломал себе шею, от змеиного укуса, от болезни, вызывающей лихорадку, или от удара оружия, все его грехи будут прощены, и он не отправиться в ад. Комментарий. В Бхагавадгите 8.6 сказано: Ямьям вапи смаран бхавам тяджатьянте калеварам там тамевайте каунтея садатан бхава бхавитаха. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, этого состояния он и достигнет в следующей жизни. Кто регулярно повторяет мантру Харе Кришна, тот наверняка произнесет ее, если с ним произойдет несчастный случай. И даже если у человека не вошло в привычку повторять святое имя Господа Харе Кришна, то ему удастся произнести его в момент смерти, он избежит адских мук. Харе Кришна. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшур Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутали Свайям Рупа Када Махьям Дадати Свападантикам Ванча Калпа Тарубьяхча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Катханчана Смиртеш Миндушкарам Сакарам Бхават Висмит Випаритам Сят Шри Чайтанья Намамитам. Тому же, кто памятует Господа Чайтанья, самые сложные дела становятся очень простыми. Кто же забыл о Господе и не памятует о Нем, даже самые простые задачи становятся невыполнимыми. Так давайте же памятовать о Господе Шри Чайтанья Махапрабху. Еще раз тексты.
Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне, или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний. Если человек произнесет святое имя Хари, когда его настигнет внезапная смерть от того ли, что он упал с высоты, поскользнулся и сломал себе шею, от змеиного укуса, от болезни, вызывающей лихорадку, или от удара оружия, все его грехи будут прощены, и он не отправится в ад. У нас продолжается череда хороших новостей. Мы дети Кали-юги, и у детей Кали-юги есть склонность к отвратительным новостям или к чему-то такому низшему. Самые новости пользуются популярностью, когда там освещаются убийства, вот все, что здесь у нас есть, вот эти болезни, которые вызывают лихорадку, да, они сейчас весь мир узнал. Было бы это еще лет 50-100, но это точно бы так быстро бы не стало известным для всех. Ну, такой вкус у детей Кали-юги, но по милости Господа, Шрилы Прабхупады, мы можем развивать иной вкус, парам дриштвани вартате, куда мы направляем свое сознание, там и мы. Там и наши вкусы, там где наша память, там наше бытие, по сути. Вот о чем человек помнит, он таким и является. Хочешь изменить себя, измени свое сознание, измени свое мышление. А еще говорят, а перед тем, как изменить свое мышление, измени слова, которыми мы думаем. И совершенство жизни заключается в том, чтобы заменить все слова святыми именами. И это совершенство жизни. И Шрила Прабхупада к лекциям, к этим стихам, он говорит о том, что это самое главное. Просто жить таким образом, чтобы везде и всегда помнить о Кришне и произносить его святые имена. При любых обстоятельствах. Когда мы падаем, там, неважно. Когда что-то хорошее приходит, плохое. Вот выработать эту привычку. И здесь в конце Шрила Прабхупада говорит, даже если у человека не вошло в привычку повторять святое имя Господа, но ему удастся произнести его в момент смерти, он избежит адских мук. И это, в принципе, ситуация, которая случилась с Аджамила, ему вот как-то удалось, вот, по милости Господа, такого очиньте, непостижимый пиар Всевышнего, маркетинг такой, представляете, это произошло Бог знает когда, и слава о святом имени, она вот рекламируется до сих пор и продолжает, и преданные это обсуждают, как много людей, когда смотрят рекламу, они потом обсуждают ее, возможно, это происходит, но здесь удивительно, как же Господь действует. И с одной стороны, мы могли бы сказать, да, классно, вот пусть мне повезет в момент смерти. Но здесь можно, конечно, так надеяться на удачу, но преданные они серьезные, они очень ответственные. И они понимают, что ответ от Кришны будет в зависимости от моей ответственности к тому, о чем Он просит нас. И Господь приходит, для чего в мир является, из века в век, чтобы защитить нас, детей Кали-юги, преданных, ну, хотя не обязательно в Кали-югу, он в любые эпохи приходит, и он думает о том, как помочь преданным, как помочь своим детям стать абсолютно счастливыми. Также он защищает, уничтожает демонов, и устанавливают законы религии. И закон религии в наш век – это воспевание святого имени. И в этом наша ответственность, в том, чтобы нести славу святого имени, не только самим наслаждаться воспеванием, киртаном, там, службами, и все, что с этим связано, все, что вокруг этого крутится, но и нести это послание вовне. Здесь говорится про лихорадку, про болезни. И вот приводит преданный этот пример, что представьте, что по миру распространяется смертельная болезнь, и так уж получилось, о удача,
у вас есть вакцина. Маленькая доза, и вы здоровы. И с каждым, с кем вы поделитесь, тоже он будет здоров. И нормальный здравомыслящий человек, он не будет ее хранить, особенно если она у него в бесконечном количестве, он будет думать о том, как распространить ее по всему миру. Это мышление Бога. Это мышление Кришны. Вот он думает о том, как эту вакцину, которая может человека излечить от этой вечной болезни, материальных страданий, огня, сжигаемых в тройственных страданиях живых существ, как же затушить этот пожар. И вот он распространяет эту славу святого имени и надеется от нас то же самое. И вот насколько мы будем сами ответственны, настолько и Кришна будет нам отвечать. И в этой связи есть несколько слов от Шрилы Прабхупады нам в послании. Прабхупада говорит, тоже в шестой песне, немного дальше, он скажет: «Участники движения сознания Кришны, проповедующие славу святого имени Нараяны, Кришны, должны всегда помнить, кем они были до того, как присоединились к нашему движению, и чего достигли теперь. Мы были на самом дне жизни, ели мясо, пили вино и распутничали, а теперь нам выпало счастье созерцать их светлостейший Шинидай, Гуручандри, Джаганат, Будхи, Супады, Деви». Такое счастье безграничное. Мы должны ценить этот великий дар. По милости Господа мы открываем все больше новых центров. Так давайте же использовать их для того, чтобы вместе повторять святое имя Господа и служить Ему. Необходимо сознавать разницу между нашим прошлым и настоящим и всегда быть настороже, чтобы не пасть снова и не утратить своего возвышенного положения. Такая решимость нужна каждому из нас. По милости Кришны и духовного учителя мы занимаем сейчас очень высокое положение, поэтому нам нужно всегда помнить, какая это редкая удача, и молить Кришне, чтобы Он уберег нас от падения. Тогда мы сможем достичь высшей цели жизни. По сути, вот у нас есть большой красивый храм, есть еще много других храмов, но они, по сути, бесполезны, если в них не будут воспеваться святые имена. Если мы сюда не будем приходить, не будем повторять Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В Экадыши можно больше это делать, если мы не будем петь киртаны. Смысл будет теряться храмов. И здесь Шрила Прабхупада также говорит о том, что мы всегда должны помнить о том, кем мы были. Если мы не будем помнить, кем мы были или кем бы мы могли бы быть сейчас, у нас ценность, мы перестаем ценить то, что мы имеем. Вот живое существо, оно вот как-то вот мышление, оно так работает. Мы начинаем ценить тогда, когда мы теряем. А вот в настоящий момент, это же как бы так влияют гуны материальной природы, в частности, раджас, тамас, невежество, страсть, оно куда-то нас уносит либо в будущее, думая о том, что счастье, оно где-то там, вот там, когда я стану супер чистым, супер преданным, супер богатым, супер успешным, вот счастье, вот тогда я начну по-настоящему проповедовать или по-настоящему практиковать. Или в тамасе мы думаем о прошлом, о том, как, может быть, нам было хорошо, как мы раньше наслаждались. И где же теперь мои те наслаждения? Уже ни чай, ни кофе, ни что там, ни пиво, ни вино. Телевизор даже уже, если смотрю, то искоса на меня будут смотреть преданные. Но преданный живет он в настоящем, потому что счастье, оно может быть только здесь и сейчас. Если мы его где-то пускаемся, как Прахлада Махараджа говорит, как только вы впустились в погоню за поисками счастья, вы тут же становитесь несчастным в это же мгновение. И это некий секрет такой воспевания святого имени. Значит, если мы надеемся на свои силы, что мы очистимся, майя таким работает образом, что она создает такие условия в камере материального мира, что мы начинаем думать или принимать идею того, что мы можем сами как-то очиститься.
и мы уже такие классные, там, и лекторы, может быть, или супер пуджари, или супер лидеры Харинам, или Намахат, Бхакти-центров, еще чего-нибудь. И мы уже и Хари Кришна повторяем, уже с джапу я повторяю все 16 кругов. И вот я могу благодаря этим процессам очиститься. И когда мы полагаемся на свои силы, то Кришна говорит, ну, не проблема. Ну, давай своими силами. Но вот эта суть и такая изюминка бхакти, когда, которая заключается в том, чтобы мы полагались на Него. Мы прикладываем максимум усилий, но мы понимаем, что Кришна, Ты же Бхагаван, все по Твоей милости происходит. И когда Кришна отвечает, кому Он отвечает во время повторения Святого Имени, кому Он является? И Шрила Прабхупада приводит стих из Мундака Упанишат и Катха Упанишат. Невозможно познать Верховного Господа, искусно объясняя шастры, обладая незаурядным интеллектом или даже уделяя много времени слушанию. Как это так? Если мы уже все запомнили, все шлоки, и можем красиво объяснять, интересно, что все будут слушать с открытыми ртами. Невозможно благодаря этому познать Верховного Господа. А как же можно познать? Постичь Господа может только тот, кого избрал сам Господь. Только такому человеку Он открывает свой облик. А кого же Он избирает? На кого же взгляд Господа падает? Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, не стремитесь увидеть Господа, но стремитесь жить таким образом, чтобы Он захотел увидеть вас, чтобы Его глаз упал на вас. И Шрила Прабхупада говорит, поэтому, следуя примеру Махараджи, это из Чайтанья Чаритамриты, 2.13.38, поэтому, следуя примеру Махараджи, Пратапарудры и других преданных, мы должны научиться почитать все, что принадлежит Верховной Личности Бога. Господь Шива называет это тадиянам. В Падмапуране сказано, о Деви, высшая форма поклонения – это поклонение Вишну. Но еще высшее поклонение – тадии, тому, что непосредственно связано с Вишну. Прабхупада говорит, Шри Вишну или Кришна – это Сатчит Ананда Виграха. Воплощение вечности, знания и блаженства. И источник вечности, знания, блаженства. А самый доверенный слуга Кришны, духовный учитель и все преданные Вишну, являются тадией. Сатчитананда Виграха, а также тадия, то есть гуру, вайшнавы и предметы их обихода должны стать святыней для всех живых существ. И Господь, Он обращает на высшую форму служения. То есть тот, кто обратил свое внимание на служение тадии, то есть духовному учителю, вайшнавам и предметам, которые с этим связаны. Эта история, она связана с тем, как Пратапарудра хотел встретиться с Чайтанья Махапрабху. Но Чайтанья Махапрабху в роли строгого саньяси, он говорит, как я могу встретиться с царем, который соприкасается с деньгами, с властью, с материальными, с материалистами и так далее. Я не могу встретиться. Но он поступил очень правильно. Вот он не стал надеяться на свою власть, на свои силы, он обратился к преданным. Он принял прибежище у преданных и начал просить. Сначала там Сарвабхаума Бхаттачарью просил, других преданных, пожалуйста, договоритесь о встрече с Чайтанья Махапрабху. И они пробовали и так заходить. Чайтанья Махапрабху строго отказывал, говорит, еще раз попросите меня о встрече
с Пратапарудрой, вы меня больше не увидите. Им было страшно. Они потом думали уже по-другому зайти. Все, мы просить не будем, мы просто будем прославлять качество Махараджи Пратапарудры. И они пришли на встречу с Чайтаньей Махапрабху, и такие там общаются, и Чайтанья Махапрабху говорит: «Я вижу, что вы хотите что-то мне сказать, но почему-то не сообщаете об этом». «О да, Господь, у нас есть что сказать, но мы боимся». Мы боимся сказать. И потом Пратапарудра обратился к Раманандараю Прабху, к Раманандараю. И Раманандараю Прабху, он обратился к Чайтанье Махапрабху, и Чайтанье Махапрабху сказал: «Хорошо, если он хочет увидеться со мной, то пусть навстречу со мной придет его сын, поскольку он является его продолжением». И пришел навстречу его сын, и он пролил всю свою милость, после чего сын стал преданным и постоянно каждый день ходил навстречу с Чайтанья Махапрабху, памятовал о нем всегда. И он передал ему накидку свою, бахирвасу. Чайтанья Махапрабху передал Пратапарудре бахирвасу. И Пратапарудра стал поклоняться бахирвасе как непосредственно Господу. И вот в связи с этим Шрила Прабхупада говорит, что настолько важно тадии, все, что связано с Господом, а ближе всего Господу – это его преданные. Он никогда не бывает один. Он всегда в окружении своих преданных. И когда мы молим о милости и просим преданных о том, чтобы быть полезным им, и в этом настроении повторяем святые имена, «О Рада, о Кришна, о внутренняя энергия Господа, пожалуйста, займите меня в служении себе». А когда мы говорим: «Займите меня в служении Кришне», преданный, он понимает, и его внутреннее восприятие, когда он говорит «Кришна», это Кришна и все его экспансии. Это Кришна, это все его энергии. Это Кришна, это все его преданные, все живые существа, природа. Потому что преданного он не разделяет. Так говорят ачарьи. Джива Госвами, Рупа Госвами, Шрила Прабхупада. Поэтому Прабхупада говорит, что воспевание святого имени – это не просто повторение мантры. Есть много разных мантр, которые люди повторяют. А это молитва, это обращение к личности Бога. И в противовес хорошим новостям, о которых мы сегодня прочитали, о том, что вот это случайное воспевание, а вдруг нам повезет в момент смерти, и все тогда, и мы уже в ад не попадем. Шрила Прабхупада также говорит: пренебрежительное произнесение, совершаемое ради чувственных наслаждений материалистичных людей, не может считаться трансцендентным звуком. То есть повторение святого имени, но если в материальном сознании, если Шрила Прабхупада говорит, это Чайтанья Чаритамрита, Антия 3.59. То есть если у нас идеи чувственных наслаждений, то это уже не святое имя. То есть оно не считается трансцендентным. Это святое имя, но оно не считается. Другими словами, это святое имя для этого человека, который повторяет с материальными мотивами, оно уже не является для него трансцендентным звуком. Когда святое имя произносит тот, кто озабочен удовлетворением чувств, это становится препятствием на пути достижения экстатической любви к Кришне. В противоположность этому, если святое имя произносит тот, кто стремится к преданному служению, тот, кто стремится к служению тадии, преданным Кришне, все, что с ним связано, даже если он произносит его, вот продолжение позитивной ленты новостей, даже если он произносит его не целиком или неправильно, то есть милость даже распространяется на китайцев, которые повторяют «Харе Рама», как «Харе», а «Хале Лама», «Хале Лама», «Кися, Кися», «Кися, Кися», вместо «Кришна, Кришна». Но если правильное настроение, даже если не целиком или неправильно, святое имя, не отличное от верховной личности Бога, благодаря повторению без оскорблений проявляет свою духовную силу. Так оно приносит освобождение от всех нежелательных видов деятельности и постепенно пробуждает в
человеке, дремлющую в нем любовь к Кришне. Но это не говорит о том, что мы тоже должны кися-кися, мы нам должны прикладывать усилия для того, чтобы четко произносить. Шрила Прабхупада об этом тоже говорит и в своих комментариях, и полностью. Бывают с этим сложности, но нужно прикладывать, продолжать прикладывать усилия. Таковы хорошие новости из духовного мира. Я помню историю, живую историю, когда я ее рассказывал, повторю, я сам вдохновляюсь, когда ее вспоминаю. Эта история связана с одним преданным. Он проходил у нас обучение на школе Бхакти, даже какое-то время жил в вашими брамачари, потом переехал в Киев, сейчас женился и в другом городе живет. И перед тем, как женился, ему надо было подзаработать побольше, и он устроился курьером, и ему дали, или он купил, или дали ему мопед развозить посылки. И, по-моему, это был вообще чуть ли там не первый, второй день, если не ошибаюсь. И он ехал, был вечер, было темно уже, зажигается красный свет, и он начинает затормаживать, чтобы остановиться перед перекрестком, но сзади водитель, который ехал, он как-то не отреагировал так быстро на красный свет, и он не стал тормозить. И он его догоняет, и ему прям врезается, мопед разлетается в дребезги, он начинает левитировать, взлетает, ударяется, разбивает лобное стекло, переднее стекло, и перелетает автомобиль и улетает в кювет. У него была, так, у него была, шлем, был шлем, да, который тоже в дребезги разлетелся в момент столкновения. И когда приехали полиция, приехала скорая помощь, они начали смотреть, где же тот, кто был на вот этих запчастях от мопеда. И они говорят, так вот оно. Они смотрят на него, не могут поверить. Да где больной? Где пациент? А так вот оно. Вот. И ну, в итоге были ряд ушибов, там небольшое сотрясение мозга и сломанная нога. И все. И он вспоминает, он делится своими реализациями. Он говорит, в момент столкновения я не помнил о Кришне. И потом по итогам было понятно, что вот нога была сломана как раз в момент столкновения. Но когда он взлетел, он говорит, я понимаю, что это не моя заслуга, это просто беспричинная милость Кришны. А это преданный, он такой, он всегда живет в духе служения, он медитирует на том, как, во-первых, он принимает такое очень чуткое руководство старших, он стремится удовлетворить старших и всегда медитирует о том, как служить преданным. Даже таким незначительным преданным, который мельком соприкасаясь где-то, я помню, как он одному преданному послужил, вот как раз уже после этого он уже из больницы его выписали, но он ходил еще с костылями, и он там поехал на другой конец города для того, чтобы сделать небольшой подарок преданному, которого вообще он очень редко даже видит. То есть вот такое умонастроение, послужить преданным. И он говорит, по беспричинной милости преданных, просто когда я взлетел, просто святое имя начало повторяться. В уме, с языка он начал повторять Харе Кришна Маха Мантру. Кришна, Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. И вот это он все улетел, все остановилось. В этот момент ему казалось, он долго летит, он повторил даже не одну мантру, а несколько мантр, может быть, кругов, не знаю. И все, он приземлился, и вот это его такая твердая убежденность и реализация, что он выжил только лишь благодаря тому, что святое имя он повторял. Ну и по сути, вот действительно у него после падения вот, не было ничего сломанного, кроме той ноги, которая вот встретилась с автомобилем. Хотя там вот даже медики, они удивились, да, такого не может быть. То есть, если вот так вот разлетается в дребезги мопед, то человек обычно тоже вот так вот в дребезги разлетается. И сейчас
реально так много чудес, вот в контексте того, что Шрила Прабхупада, он говорит, давайте ценить это возвышенное положение, то есть мы попали в это удивительное время, место и обстоятельства, когда нам дано святое имя, и есть возможность повторять святое имя. И буквально каких-то там 50 лет назад о Харе Кришне практически в мире никто не знал, там может быть какие-то единички. Но сейчас это настолько доступно, и это чудо. Это чудо. Шрила Прабхупада, он говорит, что если и вот и Бхагаватам, эти тексты, которые мы сейчас читаем, говорит, что если происходит воспевание без оскорблений, то человек обретает милость святого имени. И люди вот в Днепре, в частности, и не только, они знают святые имена благодаря Санкиртане, благодаря Харинамам, праздникам большим. Святые имена у людей на устах. И Шрила Прабхупада говорит, давайте нести, как бы брать на себя эту ответственность, чтобы еще шире распространять святое имя и обучать людей повторять еще более глубоко, осознанно. Тогда это дает полный, как бы, полноценный плод экстатической любви со временем. Ну, ничего, что со временем, но важно прикладывать усилия. И преданные, они уже побуждают повторять святые имена людей. Стоит просто выйти в Тхоте на улицу, и все, и вокруг начинают воспеваться святые имена. Только и слышишь, Харе Кришна, там, кто-то уже и Харе Рама отвечает. Зачем себя ограничивать? Зачем только самим наслаждаться? И когда мы думаем о том, как дать святое имя другим, святое имя начинает отвечать. Я помню, спросил Бхакти Расайана Сагурасвами Махараджа, я говорю, а какая у вас последняя реализация в плане повторения святого имени? И он говорит, реализация такая, что нужно прославлять славу святого имени. Чем больше мы это будем делать, тем больше мы будем обретать милости святого имени. И святое имя – это непосредственно джапа, киртан, как мы знаем. Но также мы говорим о том, что шастры говорят, не мы говорим, шастры говорят о том, что святое имя не отлично от игр, от формы, от деяний Господа, от самого Господа. Это есть сам Господь. Бхинатвам нама наминого, не отлично от носителя. Святое имя не отлично относительно, не отлично от носителя этого имени. То есть от того, кого мы им называем. А также шастры говорят о том, что Господь не отличен от преданного служения. Поэтому, когда мы прославляем преданное служение, когда мы берем ответственность за вкус, мы берем ответственность за то, чтобы развивать вкус к служению преданным, к служению Кришне, к служению духовному учителю. Когда мы берем ответственность за свое счастье, получаемое от духовной деятельности трансцендентной. Господь очень счастлив. Он проливает милость на таких преданных. Отвечает. Несомненно. Такова удача. Несмотря на то, что мы все дети Кали-юги, Калир Доша Нидхера Джам, мы родились в век, который полон океаном недостатков. Но хорошая весть в том, что Астихека Махангуна есть великое качество, великая возможность, заложенная в этом веке. Астихека Махангуна Киртане, Киртанат Эва Кришнася Мукта Сангам Парамураджет, что стоит лишь повторять святые имена. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Человек достигает высшего совершенства. Так просто и возвышенно. Таковы сегодняшние хорошие новости. Харе Кришна. Дополнение, сомнение, возражение. Можно... Вспомните, дорогие преданные, может быть, у вас есть тоже истории из своей жизни или истории других преданных, вот когда проявлялось это чудо святого имени. Ну, не обязательно, можно что-то дополнить от себя. У меня вопрос. А почему скорость разная?
некоторых чудо быстро и удивительное, у других и сначала чудо, потом нет, у третьих вообще нет чуда, у четвертых после многих лет нет чуда, от чего зависит. А у некоторых было-было, потом не стало. Потом опять появилось, потом пропало. Говорится, материальный мир – это отражение духовного мира. Духовный мир, он полон разнообразия. Поэтому здесь тоже есть разнообразие, чтобы скучно не было. Ну, так бы, если бы все, у всех были чудеса, то бы мы перестали ценить чудеса. Мы бы перестали их замечать. Хороший вопрос, спасибо большое. Мы иногда тоже задумаемся об этом, думаем. Не в обиду кому-то. Скажу, что, на мой взгляд, вопрос заключается, или ответ заключается в том, насколько мы внимательны к деталям, внимательны к тому, о чем нам говорят и о чем нам сказал Шрила Прабхупада. И я не видел страдающих преданных, которые внимательны ко всем наставлениям Шрилы Прабхупады. То есть те, кто следует принципам силы, мы знаем, принципы чистоты, регулирующие принципы, тем, кто общается с преданными и стремится служить им, те, кто изучают, читают и изучают книги Шрилы Прабхупады, тем, кто думает о том, как нести это послание и проповедовать его другим, тем, кто строго вот к этим принципам относится, я не видел, чтобы у них не хватало им чудес. Вся их жизнь – это чудо. То есть вопрос выбора. Или я хочу жить и надеяться на свои силы, на свои способы очищения, либо же я принимаю метод, который дает Шрила Прабхупада и Ачарьи наши. Я задавался тоже вопросом, я иногда задаюсь вопросом, почему вот мы сейчас сидим, и здесь, мне кажется, процентов 95 преданных, которые практикуют не больше 10 лет. Кто здесь, поднимите, пожалуйста, руку, практикует больше 10 лет? Раз, два, три, четыре, пять человек. А в целом, я не буду говорить, сколько здесь. У нас трансляция. И где? Но мы знаем, что начали практиковать сознание Кришны, вот даже здесь, в Днепре, уже больше 20 лет назад. С 80-х здесь уже все начало раскручиваться, в 90-х был вообще взрыв, и в 2000-х, ну и так далее. А где те, кто вот начал соприкасаться с этими чудесами в те времена, и почему у них уже нет этих чудес? Хорошие новости, разъехались и проповедуют. Ну, кстати, это тоже, я знаю, что очень многие, да, поразъезжались, слышал, проповедуют в разных частях мира. Одной из причин, еще вдобавок, мне один из любимых стихов, мне нравится, из читания Чаритамриты, который говорит о коренной причине появления чуда в Кришна-бхакти. Наше чудо – это Кришна-бхакти, это способность и возможность совершать преданное служение, чистое преданное служение. Это чудо, это наше чудо, оно доступно всем и каждому, причем на любом уровне. Кришна-бхакти джанмамула хая садгусанга. Причиной Кришна-бхакти является садгусанга, общение с преданными. Кришна-према джанмитенха пунах мухи-анга. Даже когда человек достигает совершенства, Кришна-премы, любви к Кришне, то общение с преданными остается принципом первостепенной важности. И вот одной из причин, как я вижу, почему вот эти чудеса, они то появляются, то уходят, или их вообще они не появляются, это возможность и склонность к общению с преданными.
И общение это не просто привет пока, что там сегодня по новостям, по другим новостям, не те новости, которые мы читаем. Ну, как бы, если это поверхностно, если там нету соприкосновения сердец, то это не то общение еще. Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорит, совершенное общение это совместное воспевание Святого Имени. То есть, если человек себя исключает из киртана, то есть он перестает следовать, опять же, то же самое, то есть перестает следовать, то, соответственно, чудеса перестают проявляться в его жизни. Ну, Хари Кришна, такой ответ. Преданные хотели, спасибо, что-то дополнить или исправить, или другой дополнить, да. Хари Кришна, спасибо вам за такой ответ. Я слышал ответ Шрилы Прабхупады на этот вопрос. Он сказал, что мы можем получить даршан Кришны очень быстро, выполняя одно простое условие. Надо контролировать чувства, особенно язык. И он сказал, и мы быстро получим даршан Кришны. Ну, в одной из лекций я так услышал, я рассуждал. То есть, когда мы, ну, понятно, да? Да. Когда мы чувства свои, что значит очистить? Это значит задействовать их служение Кришне. Это значит четыре принципа наших. Да. Спасибо. Да, вот эти, касательно тоже интересный момент, касательно четырех принципов. Вопрос даже, тоже рассуждал и думал о том, что их нужно не просто им следовать. Вот если мы им просто следуем, мы услышали и мы начали им следовать, то это не даст нам возможности получить даршан. Если мы им следуем, а внутри, блин, ну что за правила такие вообще непонятные, не могли что-то полегче придумать. То есть важно не просто следовать, а важно их принять, что это милость особая, это дар божественный в нашу жизнь, и ну, осознать, и задавать вопросы до тех пор, пока в сердце мы не примем, в сердце не поймем, почему же это дар, почему следование, просто даже следование этим принципам, это уже чудо, только это уже чудо в Калирдоше Нидгераджам, вот в век тех недостатков, которые вокруг везде сплошь кругом находятся. Хари Кришна, Хари Кришна. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, спасибо большое. Очень интересно, увлекательно. А вот хотел поинтересоваться. Это не гарантирует нам того, что мы получим милость Кришны. Даже если мы увлекательно и интересно говорим. Ну, связано с вечной жизнью, с духовностью. Вот первая хорошая новость от Шрилы Прабхупады, да, которая нам в книгах пришла, положительное, что мы можем получить милость Святого Имени, даже если с насмешкой его повторяем. Но затем вы не слишком радостную новость. Ну, это для тех, кто уже, наверное, повторяет. Она была, прозвучала, что надо относиться более серьезно, и, ну, в этом контексте. То есть было сказано, что это, чтобы был трансцендентный звук, а не просто произнесение. Вот хотелось бы этот вопрос немножко разобрать. И там был момент просто такой вот из наблюдений общения с преданными. Многие преданные говорят, что в свое время пародировали преданных, насмехаясь. То есть просто вот копируя харинаму, шутливо повторяя. Вот, но тем не менее это имело свой духовный вклад, что они потом стали преданными. То есть это все-таки вкус Святого Имени, он все равно перешел. Вот. Как вы считаете, насколько это вот закономерный момент для начала начинающих преданных, то есть что вот, или для людей, которые еще не имеют трансцендентного какого-то разума, понимания, что это такое, и тем не менее повторяют, вот сколько это закономерность? Вчера у нас была встреча, и на встрече рассказали историю преданные. Матаджи рассказал историю про своего сына. Сын смотрел какую-то мирскую передачу о строении тела, я так понял, и там рассказывалось о том, как работает кишечник, желудок, и там такая компьютерная графика была, и показывали, что в желудке там есть свои микроорганизмы, их там огромное количество, и там показывают эти микроорганизмы, и вдруг среди этих микроорганизмов, это мирской фильм, ну такая передача, для познавательная какая-то передача, может для детей, не знаю. И вот там огромное количество этих микроорганизмов, и вдруг показывают, что
среди этих микроорганизмов есть определенная такая кучка, такая компания. Харинамчики, они идут и поют Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Да. Сыну, этот мальчик, мама, мама, смотри, смотри, наш в желудке. Поэтому это благоприятно, надо распространять и продолжать. Мы попросим ссылочку на этот фильм. Она сказала, ну надо посмотреть это там. Ну, серьезно, вчера, нет, серьезно, Матаджи вчера разделилась этим историей. У нее сын действительно есть, я его знаю. Санги шарик на харинаме. Так слышно? Я слышу. Хотел спросить, поинтересоваться, вот когда преданный попал в эту жуткую историю на мопеде, вот, он говорил после этого, что это не его, ну, какое-то не его усилия какие-то, ничего что-то, а милость, вы сказали, преданных. Вот. А можете этот момент объяснить, почему он так считал, может, вы понимаете? Или, ну, вот из-за того, что он так считал, в этом-то и заключается суть, такая, ну, некий секрет, фишечка такая, скажем, что наша квалификация в преданном служении – это осознание своей дисквалификации. Что значит считать себя слугой каждого? Это значит, я должен видеть в каждом объект служения. То есть, если мы начинаем думать о себе, о том, что мне уже должны служить, если вдруг у нас такая идея является, то это дисквалификация. Мы начинаем считать себя господином, то есть Пуруша, я Пуруша. И по ходу получается, он, видя свои качества и, ну, как бы его, свои, может быть, мотивы, он понимал, что сам не справится еще до аварии, сам не справится, и поэтому он принимал прибежище у преданных, в служении преданным. И когда мы служим преданным таким образом, что им они удовлетворены, и, значит, и Кришна удовлетворен, и преданные думают, блин, ну вот это классный преданный, пусть он будет счастлив. Вот пусть он будет счастлив в сознании Кришны. У меня был опыт, я помню, еще там, лет 7 назад здесь в алтарной комнате мы повторяли джапу на Мангаларати, и пришли преданные тоже на джапу. Лал Кришна Прабху был. Он сел на ступеньки. И мы тогда с преданными обсуждали, культивировали идею, как нам служить вот преданным общине, всем гостям храма, кто приходит в храм. И благодаря этому общению, тоже по милости преданных, я решил взять такой стаканчик с водичкой и принес, поставил ему. И он сказал спасибо. А еще, когда он пришел, сел, я повторяю, думаю, так, прерываться, не прерываться, вставать, не вставать, так хорошо. Вроде бы мне казалось, что хорошо святое имя как-то так повторяется, даже какой-то там капли какого-то вкуса приходит. И все-таки как-то решился и подошел, поставил ему стаканчик с водичкой, и он не пил до конца своей джапы, и в конце он даже тоже не пил, он потом как бы этот стаканчик просто поставил в стороночку, если не ошибаюсь, было так. Но интересно, что тот момент, как я поставил воду ему, просто думая и желая, ну, хоть как-то послужить, я сел повторять святое имя, и я понял, что до этого это было у меня вообще непонятно что. Я просто начал повторять, и оно просто лилось, вот, и я удивлялся, просто такой вот, сразу включилось, не надо быть наблюдающим в этом процессе, там, думать о том, что я не тело, там, просто вот вся полная картина того, как оно должно происходить. И святое имя лилось, и я понимал, что это не я, это просто вот преданный немножко хорошо подумал о том, что вот кто-то немножко сделал такое маленькое незначительное служение, такое чудо. Спасибо большое, это отвечает на следующий вопрос. Я просто, было любопытно, вы до этого говорили, что сначала говорили о том, что даже знание бывает, оно не способствует глубине воспевания, что Господь сам должен захотеть
открыть его, потом говорили о том, что надо, чтобы он обратил на нас внимание, потом говорили про эту историю, потом говорили про то, что славу святого имени надо распространять, ну, говорить о славе святого имени. Так много наговорил, да? Не-не, вот, и был вопрос в том, что вот как же все-таки привлечь, постараться Господа, его милость, вот, и вот этот метод мне очень понравился. Спасибо большое. Харе Кришна. Мне просто неудобно. К ответу Мадхукари. Харе Кришна. Мадхукари. Мадхукари. Это какие два? Это когда, ну, Мадхукари спросил, когда насмехаются, да, с насмешкой говорят святое имя. И вот люди на улице, да, они, у них нет адхикара, они пьют пиво, стоят, идут, проходит харинама, преданные поют Харе Кришна, Харе Кришна. И тут раз шарик им сладкий дают. Они пьют пиво, закусывают этим шариком, говорят, ой, как вкусно. И вот они совершают бхакти. Они преданные, им понравились, они, вот смотри, что они делают, они поют, танцуют, как здорово, и совершают бхакти. Они идут, танцуют, вовлекаются, они совершают бхакти. С этого начинается их духовная жизнь. Если они еще книгу взяли. Вчера, позавчера рассказывали историю эту прекрасную, как человек взял книгу. Вот, Адипуруша Прабху рассказал. Он поставил на полку, и так, как случай с Аджамилой, практически это кульминация была его жизни, изменением. Вот так они совершают. И вот они с насмешкой ему говорят, вот в Тхоте мы идем, по рынку иду позавчера, просто в Тхоте иду, кто-то там Харе Кришна, кто-то Харе Рама, а кто-то Харе Кришна, когда даже поют уже, представляете. То есть просто Тхоте. Тхоте проповедуют лучше, чем мы просто. И вот они, на самом деле, что они нам абхаз повторяют. И уже начало, уже как бы какой-то старт. Это благодаря тому, что преданные выходят и ставят хорошие самскары. Они хорошие слова сказали кому-то там, сладость дали, книгу распространили. Харе Кришна. Они даже прогрессируют, то есть ему как-то это способствует. Господь очень хитрый. Он все придумал для того, чтобы только зацепить этих живых. С насмешкой. Мы знаем преданных, которые в свои времена... В свое время, там, в 80-х, когда они встречали преданных на улице с книгами, их садханой было выхватывать эти книги и рвать ее прям на глазах у них и дергать их за шики. И сейчас такие преданные, сейчас они практикуют, проповедуют на широкую ногу. Это получается, какое бы ни было соприкосновение с преданными, какое, там, помните... Соприкосновение стадии, да. Он порвал книги в поезде и эту матажу выбросил из поезда на перрон, да. Помните? И он потом приехал, у него вся жизнь перекрутилась, и он стал преданным в конечном итоге. Хотя он как бы причинил боль даже преданным, но она молилась за него. Говорит, пусть он станет преданным. Вот такая сила. Да. Поэтому, преданные, давайте молиться за... Молиться за тех преданных, которые еще не помнят о том, что они преданные, которых мы встречаем на улице, за тех преданных, которые не помнят, что они преданные, с которыми мы можем жить, в своих семьях, соседи тоже. Вот. Если у вас нет таких преданных, помолитесь обо мне, чтобы я всегда помнил о Кришне и всегда повторял святые имена. И обладал способностью служить преданным так, чтобы они были счастливы. Шрила Прабхупада ки джай, Грантара Шримад Бхагаватам ки джай. Всем хорошего.